Триумф данс-колледжа Иродничка на Всероссийском фестивале «Лаукарас». 2 первых места у средней группы, также 2 у старшей. Высшие награды за 2 сольных номера. Кроме того, отмечены были 2 балетмейстерские работы хореографа. В общей сложности все 9 представленных на фестивале номеров с наградами. Подготовка номеров к конкурсу у нас была довольно длительная. Готовились мы полгода. Везли мы много номеров, хотели показать себя в разных стилях и успешно это сделали. Наши дети привлекли жюри тем, что как только дети выходили на сцену, жюри было очень потрясено тем, какие они дают эмоции. Дети не только приняли участие в фестивале, но и хорошо отдохнули на море. Для всех ребят проводили мастер-классы, конкурсы, дискотеки и квесты. На море мы приехали не только танцевать и отдыхать. У нас были пенные вечеринки, краски, холли. Мы ходили на мастер-классы. Нам было очень весело, мы купались на море, загорали. Конкуренция была очень высокой. В соперниках у муромлян народные и заслуженные коллективы. Но любовь к танцу все преодолела. Мы каждый день тренировались, чтобы победить в этом конкурсе. Соперники у нас были сильные, а отдыхали мы уже после конкурса. Чтобы победить, пришлось продемонстрировать все свое мастерство, талант и страсть к хореографическому искусству. Мне очень понравилась поездка в Кучугуры. Там приезжали дети из разных уголков России. Поддержка была рядом. Педагоги не только тренировали своих воспитанников. На конкурс мы ездили большой командой. Эта большая команда была с очень теплой поддержкой. Мы хотим выразить большую благодарность нашему руководителю за такую очень веселую, развлекательную поездку. Положительный эмоциональный настрой создавали и родители. И, конечно же, я хочу высказать огромную благодарность нашим родителям за спонсорскую помощь, за организацию. Если бы не наши родители, мы бы никуда не поехали. Огромное спасибо. Ни шагу назад, ни шагу на месте. Только вперед и только вместе. Олеся Сосуева, Артем Корнилов. Наши новости.